В Киевском духовном центре Возрождения проходит трилогия служений «Учение о силе Святого Духа в твоей жизни» 18-25 февраля и 3 марта. Второе служение из трилогии пастор Владимир Мунтян провел в эту субботу на тему «Духовное переживание». В этот день более 1200 человек стали свидетелями действия всемогущей силы Божьей, исцеления болезней, освобождения от демонического влияния, разрушения проклятий. Всегда перед встречей с Богом ты будешь переживать сильнейшую сокрушенность духа и смирения. Именно смирение. Смирение до такой степени, когда твое сердце, оно подобно сосуду, сокрушается в тебе. Когда ты хочешь Бога так сильно, что это желание, оно превосходит желание жить. Оно превосходит желание видеть этот свет. Сегодня люди не понимают, но вы должны сегодня знать, что Дух Святой и сам Бог, мы должны желать Его больше всего в нашей жизни. Мы должны хотеть Его до такой степени, чтобы пойти ради встречи с Ним на все. После проповеди пастора Владимира во время молитвы Дух Святой пришел в зал. В присутствии Бога люди переживали духовное обновление, физическое и душевное исцеление. От помазания разрушались оковы проклятия. Свидетельства исцеления звучали в этот день со сцены. Люди свидетельствовали об исцелении туберкулеза, костей и суставов и других болезней. Киевлянка Любовь пришла на прошлое служение впервые и, пережив сильнейшее прикосновение Святого Духа во время молитвы пастора Владимира, получила полное исцеление от заикания. Я прошлую субботу получила здесь исцеление. Я не разговаривала, и у меня сильное заикание было. Я шла, и я знала, я уверена была в том, что я выйду отсюда исцелена. И чудо случилось. Я постояла здесь на служении. Я вышла отсюда, я не знала, заикаюсь я или нет. Я пришла домой, стала с мужем разговаривать. И я сама увидела, что я не заикаюсь. Муж смотрит на меня, у него слезы на глазах. Как могло быть? Ты лечилась в прошлый раз 3 месяца, а сегодня у тебя за каких-то пару часов ты перестала заикаться. Как такое может быть? И я сказала, это чудо Божье. Аллилуйя! В завершении служения на призыв к покаянию и примирению с Богом вышло более 100 человек. В присутствии Бога люди посвящали Ему свою жизнь. 3 марта в 14:00 во Дворце культуры Королева города Киева состоится третье кульминационное служение из трилогии «Учение о всемогущей силе Святого Духа в твоей жизни». Его будет проводить пастор Владимир Мунтян. Это будет время божественного прикосновения в твоей жизни.